Что вас заставляет работать? Что всех заставляет? Какой двигатель? Писателю писать, актера играть, режиссера бегать, сломя голову, и доставать актеров, сценарии, добавлять, дописывать, ругаться, радоваться. Не знаю. Что заставляет жить? Вот так, наверное, это меня и подвигло. Все мои удачи, неудачи, все надежды, избывшиеся и не сбывшиеся, я всегда воплощаю в своей работе. И, по-моему, даже мои родные не получали от меня столько, сколько я отдала своим ролям, зрителям. Если у человека есть желание помочь сделать что-то, какое-то хорошее дело, то это все ему там зачтется, мне кажется. Когда я что-то делаю, снимаю студентам, там, помогаюсь, снимаюсь в фильмах у студентов бесплатно и совершенно не рассчитываю, что мне за это будут награды или какие-то благословения. Но я знаю, что это нужно сделать. Хорошее дело нужно сделать. Плохое делать не нужно.